ночь с воскресенья на понедельник, 16 августа, город Краснодарского края, России, Новороссийск затопил сильнейший ливень. Местами воды полностью покрыло припаркованные автомобили. Об этом сообщают кубанские новости. Поздним вечером, около 23 часов ровно в городе, зазвучали тревожные сирены, услышав которые местные жители должны были отключить все приборы в своих квартирах, собрать документы и быть готовыми эвакуироваться. На кадрах с места событий видно, как на некоторых улицах Новороссийска машины затоплены наполовину, а на некоторых автомобили на парковке практически полностью скрыты под водой. Люди ходят по пояс в воде, а местами даже по грудь и пытаются спасти автомобили. В Новороссийске жители подтопленных домов получат единовременные выплаты. Каждый пострадавший получит по 10 тысяч рублей. Кроме того, за частичную потерю имущества предполагается компенсация в 50 тысячах, а за полную – 100 тысяч рублей. Вот, пожалуйста, что творится. Улица Чехова уже поплыла, речка бушует, во дворах вода уже начала разливаться по Толстого. Ну, дверь понесло. Что, здесь? Ага, не видел. Вот так происходит у нас на улице Лунной, Приморский район. Спасибо нашей администрации, что у нас до сих пор за 20 лет не сделана ни одна ливневка. Весь двор затопленный. Вода, поток. Как говорится, хрен выйдешь. Вот, сейчас попробую дверь открыть. Тут вот такая жопа происходит. Это военворов у нас так пошло. Никогда такого не было. Это просто...